Сегодня я получила массу удовольствия от мастер-класса. Было необычно. Впервые я побывала на таком мастер-классе. Думаю, что приду еще раз, если позволит время и возможность. Вот. Но я с удовольствием посещу еще раз этот мастер-класс. Что вам понравилось? Вот. Креативность в подходе, именно креативность, что происходило, это в форме игры. И, ну, на самом деле, какие-то знания, подкрепленные эмоциями, они запоминаются, ну, намного быстрее, чем просто сухая информация. Вот, в этом огромный плюс сегодняшнего мастер-класса. Ну и скажите что-нибудь Сергею Величанскому, что-нибудь такое. Я желаю успехов и дальнейшего развития, и чтобы он и дальше нес знания и эмоции людям. Ну и как бы удачи. Спасибо большое.